мы действительно планируем, мы видим здесь потенциал. Я вижу усилия, которые сейчас правительство Тюменской области предпринимает для того, чтобы малым бизнес, ну, реанимировать, наверное, неправильное слово, но вторую жизнь в него воплотить. Если помните, Омаров Эдуард Закирович очень много на пресс-конференции всегда говорит о сверхзадаче по открытию новых субъектов малого предпринимательства, и для него это очень ярким является там, показателем эффективности и правительства, и, собственно, всего бизнес-сообщества. Я прекрасно понимаю, что, не буду говорить про прогнозы, я про потенциал скажу, я прекрасно понимаю, что можем удвоить показатель выдачи, если говорить чисто в банковской сфере, в ближайший год. Есть предприниматели, которые хотят продолжать развиваться в малом бизнесе, есть задача у правительства повышать этот показатель. Есть, к сожалению, и вызовы со стороны внешних рынков, вызовы внутренние наши, российские, потому которые этот галопирующий рост, который все ждут, все-таки сдерживают. Не так легко малому предпринимательству, как бы нам всем хотелось, живется, но очень много еще работы у нас у всех для того, чтобы увеличивать показатель открытия новых бизнесов. Скажу, что удвоить этот показатель можно. Как поведет себя рынок в ближайший год, посмотрим. Тюменская область, там, у нас слоган правильный, лучший город Земли и лучшая область Земли, хочется верить. Надеюсь, малый бизнес здесь будет такой тихой гаванью, где можно расти, несмотря на вызовы.